И вот на фоне незаконного и мошеннического вывода средств из страны Казахстан наращивает портфель зарубежных заимствований. Рост внешних долгов республики сегодня прокомментировал спикер Сената. Сумму, напомню, намерены увеличить еще на 1,5 триллиона тенге к имеющимся уже 22 триллионам. Несложно подсчитать, что на каждого казахстанца приходится больше 1 миллиона тенге зарубежных займов. Так вот, сенаторы обеспокоены таким положением дел в отечественной экономике и внимательно рассмотрят вопрос в рамках уточнения бюджета страны, проект которого поступил в Верхнюю палату после одобрения Мажилиса. Маулен Ашимбаев отметил, что правительство неоднократно обещало взять ситуацию под контроль. Это очень серьезный вопрос. Не раз, ну, кто здесь достаточно какое-то время работает из журналистов, они знают, что мы и в прошлом году поднимали этот вопрос по государственному долгу, критиковали его увеличение. Тогда правительство обещало взять ситуацию под контроль. Мы сейчас в рамках бюджета, конечно, будем еще раз рассматривать данный вопрос с государственным долгом.